Сорт томата «Звезда Техаса». Этот сорт родом из США. Вот такой вот красавец-гигант, среднеспелый сорт, высокорослый. Подходит для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Это биколор желто-розового цвета, при полном созревании становится более розовый. Кусты у этого растения достигают высоты до 2 метров. Требуется обязательно подвязка и посынкование. Наилучший результат при формировании в 2 стебля. Плоды плоскоокруглые, весом до 700 грамм. Этот плод весом 712. По вкусу есть фруктовые нотки у этого сорта. Этот сорт идеален для употребления в свежем виде. Посев семян на рассаду проводят за 55-60 дней до высадки в грунт. Вот так томат выглядит в разрезе. Многокамерный. Такие желтые, розовые прожилки по всему томату. Чем спелее он становится, тем этих розовых прожилок становится больше. Томат очень вкусный, очень экзотический привкус у него есть. Выращивайте такой сорт у себя и получайте огромное удовольствие.